Короче, купил эту. Идет государственная программа. По-моему, в следующем году их раскидают на целый год. Да. Делают ремонт. А передо мной влез придурок. Моргнул, извинился. Колесный двор. Надежные эксплуатационные характеристики представленных у нас шин обеспечивают оптимальную устойчивость и отличное сцепление на дорогах с самым разным покрытием. Потом я доезжаю домой, я приехал где-то без 15, наверное, блядь. Нет, я раньше приехал. Ух ты, блядь. Твою ж мать, блядь. Телевизор стоит, и видно, короче, все. Ага. Карча, девочка начала тонуть. О! Красавчик. Ой, малыш, ты нормально? Да. Все хорошо. Что такое?
А? Крутой или что? Что ты говоришь? Вот есть, вытащить машину на радио. Ну так ты так и скажи, а что ты тут пиликаешь? Что пиликаешь? Я тебе говорю, что ты хочешь поднял голову? Чтоб ты отъехал. Что ты отъехал? Не мешай, я опаздываю. Блядь, деловой нахуй.